Блин, ребят, мы сейчас приехали. Как называется отель? Emirates Palace. Да. И здесь так красиво. Вау, вау. Смотрите, здесь на стенах вот такие вот портреты. Вот я вам сейчас покажу. The hall. Сейчас мы идем пить кофе золотой пудрой с настоящим золотом. Какая красота. Заказали? А вон туалет, да? Да. Знаешь. Смотрите, это значит кофе? Да. Это паталь. Да, золотой паталь, это правда? Это паталь золотая. Золотая. Пищевая, наверное, да? Стружка золотая, да. Очень, короче. Прям настоящая. Не, это пищевая, но настоящая золотая. Угу. Но я же ее в карман переложила, дубная, специально, чтобы... Ребят, да. Вот смотрите, мы заказали два кофе, 146 дирхам. Это 3000 рублей. И вот я говорю, блин, ну это дофига, ну тут, конечно, такое лухари место. А вот моя подружка говорит, что тут это нормальная стоимость. Вот так. Нации, которые тяжело, да, идут, угу. А есть нации, которые скачками быстрыми. Вот они, угу, такие. Это мы вот, да, мы вот сейчас обсуждаем про арабских женщин. И вот что интересное, что сейчас, знаете, как у арабских женщин все больше появляется прав. И много арабских женщин в политике, во власти, да? Бизнес, то есть они в бизнесе, они уже, вот, например, раньше, какое-то время назад, 15-20 лет назад, нельзя было представить, чтобы женщина, да, была как бы не... Госслужащей или где-то там, да, сидела. То есть она, чтобы занимала какой-то пост, например, и, или, например, не посвящала всю свою жизнь семье, да? А теперь вот многие женщины выбирают карьеру, да? Ну вот, денег, очень интересно. Расширять свои и развиваются, да, тоже. Образование, что... получает просто каждая, угу, сейчас, каждая арабская женщина. Это прям само собой разумеется. Неужели я доехала до музея? Это как арт-центр, да? Нет, музей. Музей, вот. И сейчас тут идет выставка Модельяне. Вот, ну посмотрим, круто. Смотрите, сколько людей здесь. Очень много этих детей привозят. И много-много людей группами на эти выставки. Выбор. Абу-Даби. Сейчас, представляете, идем, тут такой бассейн и какое-то здание в воде. Даже, если честно, немножко страшно смотреть. Вот это здание, вот этот Лувр, и оно как будто в бассейне. Красиво очень, стильно. Вот смотрите, школьная экскурсия. Our decision is final. All of you will not only dance, but you will dance and entertain your guests. All of you hail from ancient civilizations. Я вот сейчас стою, и я на самом деле... Ну, я ж такая невежа в искусстве. И вот смотрите, я, ну, разные картины смотрим, разные, все. Тут сначала вот эта постоянная выставка. И я вот это посмотрела, думаю, почему именно эту, например, да, картину там, ну, просто размышляюсь, да. А потом обратила внимание на вот эту. И вот смотрите, 15 век, сир Томас Вальда Янга, United Kingdom. И вот я стою и размышляю, как она на фоне других отличается. Она какая-то, знаете, другая, как будто она современная. Такая вот, я даже не знаю стиль, но она какая-то такая сдержанная, минималистичная, лаконичная. Вот. Ну, даже дело не в размере, оно вот по стилю. Вот смотрите, мы сейчас в таком вот зале. Оно вот тут еще всякие вот такие вот картины. А вот это вот... Я к ней почему-то встала, она как будто бы современная. То есть я думаю, господи, даже здесь, United Kingdom, то есть Лондон, впереди в планете всей по вкусу и стилю. Ну вот, я так про себя подумала. Вот, так что вот интересно, да, вот, не знаю, вы это видите или нет. Видите, там вот еще всякие вот такие картины. Ой, ну не буду обесценивать, но вы поняли. И потом так резко почему-то вот это здесь, 15 века, такая, как будто хипстер нарисован. Например, вот такие вот мужчины для Абу-Даби, для арабского мира, это считается очень-очень открыто.
То есть, видите, даже вот мне моя знакомая прокомментировала, что это, короче, too much для арабского мира. Что даже нет, вот, ну, чтобы я не закрывал их ноги. Это такое вот раскрепощение, чтобы... в новый мир. А вот идешь, и посмотрите, как они сделали интересно. Раз, и я прямо остановилась, потому что очень классно это выглядит. Так аккуратно насыпано, так как-то стильно. И это вот, в общем, краски именно те минералы, из которых они делали картины в арабском мире. Ух ты, красиво как. Вау. Ну и угадайте, кто это. Первый раз вижу. Ладно, я вам скажу, это Бэнкси. Ой, господи, Бэнкси, я, блин, тыква. Жан-Мишель Баскин. О, вот первый раз живую вижу. Интересно. А знаете, что интересно, мы сейчас обсудили? Как они, извините, оформили вот этот Баскин. И рядом просто, видите, как минималистичная картина. И как они на контрасте все это повесили. Раз и два. И это было нарисовано в 80-х годах. Просто холст с темно-синей краской. Да, 85-й год. Но немножко изогнутый, как LCD какой-то телевизор, если вы заметите. Какая интересная подача. Вот обратите внимание. На контрасте сыграли, да? Вот, например, если бы просто, может, повесили, не подчеркнули бы эту минималистичность, это бы не так интересно смотрелось бы. Это как текстурная вот даже паста. Посмотрите, какими кусками здесь высохло. И это 1960 год. И представляете, насколько вот эта картина опередила свое время. И, например, вот на такие картины сейчас бум в Америке. А тогда это было что-то очень таким странным. И сейчас как бы люди думают, что это такое, да? Ну, вот такие мне, например, картины очень нравятся. Я вот, конечно, все рассматриваю. Вот смотрите, какие мазки. Масло, вот неужели бы такой бы слой когда-нибудь смог высохнуть? Скорее всего, нет. То есть какая-то текстурная паста. Вот. Очень-очень круто, правда? А вот здесь как будто какое-то лицо, что ли. Я думаю, что это не лицо, это просто как краска легла. Но это так вот эффектно. Вот пойдемте издалека посмотрим. Гид сказал, что это нарисовано ногами. А вон тут взяла, просто прислонили. Отпечатали, да? Угу. Вот видите, вот эти 1960 года, ну, вот это время, тогда, типа, еще ценилось то, что ты, типа, изобрел новый метод для рисования. Туда просто тела прислонили жены и мужа. Париж, 1960 год, Кляйн. На самом деле нужно ходить и просто снимать реакцию русских людей. Ну и, наверное, не знаю, как иностранцев, но русские. Или просто кадр. Ну как такой мог стать известным? Ну что тут такого? Я сейчас хотела снять женщин, не получилось. Ну что тут такого? Ну что? Блин, думаю, почему я не успела включить камеру? Потому что это приводит в шок. Вот поэтому это и стало крутым. Видите, как здесь красиво. Ты выходишь, боже мой, это так сильно. Вы посмотрите, как они сделали. То есть тут вот море, типа бассейн, переходит в этот музей. Абу-Даби Лувр. Какая крыша, такая красота. Там вот внутри, видишь, туда люди проходят, что-то там делают. Это тут вот кафешка. Чайки. Ай, как красиво. Ой, стильно. А вот смотрите, например, это этот коллаж из Пинтереста или Инстаграма. Посмотрите, какой. То есть делают девочки, которые раскладку и фотографируют. То есть это такой, типа, красивая подборка. Круто.
Это 1915 год. Ребят, ну это, как вы понимаете, Модельяне. Кто смотрел фильм? Это его возлюбленная, помните, которую он рисовал? Вот когда знаешь историю художника, сразу так интересно смотреть, просматривать. Тоже Модельяне. И видите, у них у всех шеи вытянутые. Вот как узнать Модельяне? У людей будут у персонажей вытянутые шеи. Видите, какое у художника было видение. Вот, обратите внимание, что шеи длинные не у всех. Типа, это же считался признак аристократии, длинная шея, длинный палец. А вот, например, это как работник, у него коротенькая шея. А это аристократия, а это его любовь. Поэтому у них длинная шея. Представляете, как интересно. А это, знаете, такая инсталляция, мастерская Модельяне. Комната. Слушай, ну это же не он, это же просто, да, как кто-то работает. Ну как-то старовато он здесь. Просто мы же видели его в кино, а там красавчик актер был, да? Ну видишь, да. Это настоящий, скорее всего. Видишь, они выделяются. Представляешь, вот это да. А что, уже тогда и существовали и фотоаппараты, и видеосъемка? Да, ну это же... Это уже когда? Всего лишь. Это, наверное, 30-е, 40-е. Круто, вот это да. Прикинь, еще вот снимали его, да, он двигается, еще такой живой. А сейчас уже его нет. Это интересно, время проходит. У меня же мурашки по коже. Короче, забудьте все, что я говорил до этого. Это, оказывается, была мастерская не Модельяне, а... Та-та-та-та! Бранкузи! Ну, это была крутая инсталляция, вот. Вот. Вот его шикарные, красивые скульптуры. И мы выходим и начали хохотать. Она говорит, это не Модельяне, это Бранкузи. Вообще. Ребят, смотрите, вот мы едем сейчас около Абу-Даби. Какие тут коттеджи красивые, стильные. Вот, закончились. Как в Лос-Анджелесе. Ну что, ребята, если вы думали, что я не найду, где мне потворить в Дубае, то вы ошибались. Я впервые творила на парковке! Ту-ту-ту. Сейчас я вам покажу, какой мы прикольный получили результат вместе с моим новым другом. Сейчас, две секундочки. Это первая картина. Вот такая вот получилась. И вот это вторая. Вообще золото подчеркнуло наш лофт-стиль. Ну, в общем, вот так вот я отдыхаю в Дубае.